Опять всем привет! Вот теперь я хочу записать небольшой базарчик вообще обо всем подряд. Впереди выходные, сегодня замечательная пятница. Хочу рассказать, наверное, о двух вещах. Вот, во-первых, у нас тут проходит типа фестиваль, рок-фестиваль «Улетай» называется. Ну, такое, знаете, что-то вроде нашествия, но такое сильно урезанное, из таких крутых. А туда приедут, вот сейчас выступают, наверное, как раз или уже отгремели, это группа «Слот». А потом завтра в субботу вечером будут выступать группа «Пилот» и группа «Пикник». Из всех этих замечательных групп я бы, если честно, сходил бы только на «Пикник». Ну, «Пилот» там тоже парочка песен не нравится, «Слот» особо я не слушаю. Вот. На «Пикник» я бы сходил, но вот когда он приезжал, был концерт, я на него не пошел. Это значит под открытым небом, палатки, там вся фигня, стоит 1200 рублей. Идет 2 дня, ну, 2 дня и 3 ночи, с пятницы, вот сегодня был заезд, суббота весь день, и в воскресенье там уже все разъезжаются. Вот завтра будет как бы основная программа, там будут еще местные группы выступать, выступает одна группа, которая по работе, я их знал, ну, работали вместе, там, айтишники все время, приходил к ним, они резались во всякие игры, я там сидел с ними, базарил там все. В общем, такие классные тоже ребята, играют «Король и Шут», кстати говоря, ну, они в стиле «Короля и Шута» играют. Вот, а я вообще фанат этой группы в свое время был, ну и сейчас очень люблю. Вот. Короче, было интересно съездить. Еще вот у меня 2 друга туда поехали из моего родного города. Такие прямо закадычные мои друзья. Вот, они давно уже, недели за 2 мне звонили. О, мы поедем, давай, погнали туда-сюда. Сидят уже там, наверное, ждут меня. Сегодня весь день ждали, но что я сегодня весь день на работе. Вечером решил не ездить, потому что завтра с утра еду в огород помогать. Копать надо будет там в огороде. Вот, а после огорода рвану туда. Возьму палатку, тоже рвану. Постараюсь взять фотик обязательно. Ну, блин, фотик, он громоздкий, мне жалко его разбить, если честно. Хоть он довольно маленький относительно там зеркальных фотоаппаратов. Вот, хочу уже купить в конце концов себе. Ну, что хочу, как руки дойдут, куплю себе какую-нибудь маленькую походную камеру, типа GoPro, чтобы качественно снимать, где попало, и была она в корпусе какого-нибудь крепком, чтобы я не боялся ее разбить. Вот, так что завтра поеду, в любом случае ждите каких-нибудь видосов оттуда, с «Улетая», вот, и, ну, по крайней мере, рассказа, как я в палатке спал в холодной ночью, потому что я купил себе палатку за 300 рублей, они стоят, ну, 1000-1500, наверное, стоят они, а я зашел в Агат, по-моему, нет, не в Агат, в Ашан, вот, он тогда еще был не Ашаном, вроде бы, как-то по-другому, Реал назывался, зашел, смотрю, распродажа палаток, одноместная палатка, но она довольно большая, вот, за 350 рублей, блин, я схватил сразу же в сумочке. Вообще удобно, замечательно. Как раз использую, ну, испробую, по крайней мере. Вот, еще хотел я рассказать. Короче, есть у меня мысль такая. Тоже хочу просить, наверное, вашего совета, ну и вообще как бы посоветоваться с вами. Еще давно... А, ну, начну так. Один из подписчиков вот меня спросил, попросил рассказать, что вообще думаю о канале Relax 1977. Вот. Кто вот меня давно смотрит, давно-недавно, но в общем, кто меня смотрит, наверное, видели, что я не раз уже говорил про этот канал, даже ссылался на него, там, рассказывал про Релаксона частенько. Вот. Я даже заказывал рекламу у Релаксона. Кстати, я самый первый заказал ее у Релакса. И кроме того, я еще ему и посоветовал вообще заниматься рекламой. Потому что как-то раз я посмотрел один из его видосов, где он сильно голосил, что вот он потерял работу и то и все. И до этого я предлагал ему различные варианты как бы заработать денег. Вот. Ну, в смысле, там, устроиться туда, устроиться сюда. И тут меня осенило. Ну, как осенило, просто решил посоветовать человеку, говорю, 5000 подписчиков туда-сюда, сказал, ну, как бы примерно объяснил, как еще, и вот он сейчас рекламирует замечательно. Я, в общем, за него рад. Но не в этом дело. Про отношение к его каналу и вообще к нему самому я рассказывал в видосе «Матрица Ютуба. Жизнь грузчика». Вот. Поэтому, если кому интересно, посмотрите. У меня там легко это найти в моих видосах. Вот. Ну и к чему вообще я это дело? Я еще, наверное, сделаю прямо целый видос, посвященный его каналу и Релаксону. И еще я довольно давно, как бы, тоже советовал Релаксону сделать такую рубрику. Рассказывать вообще о чужих каналах.
Почему? Ну, вообще, я решил сейчас сам этим заняться. По какой причине? Это еще до появления канала «Не магия», как раз вот я посоветовал. Вот все время такая фигня бывает. Многие, наверное, замечали. Хлоп, у вас проскакивает какая-нибудь крутая мысль, и через некоторое время, если ты сам ее не воплотил, кто-то ее успешно реализует. Вот я все время замечал такую фишку. То я думаю, вот прикольно было бы открыть вот этот магазин вот такой-то, такой-то вот здесь вот. Блин, проходит месяц-два, и там открывают или рядышком вот именно такой магазин такого формата. Или вот круто было бы вот заниматься вот этим. И через некоторое время смотришь, уже люди занимаются вот именно этим. Блин. Ну, видимо, потому что как бы интересные и такие животрепещущие идеи, они плавают сюда на поверхности. И что, люди же не дураки, все их схватывают. Ну так вот, релаксон как-то, в общем, он не стал заниматься вот этими обзорами чужих каналов, потом появился канал «Не магия», вот. Но все равно, я думаю, актуальность этого вопроса лично у меня осталась. Я что думаю? Я делаю обзоры книг, потому что в первую очередь читаю вообще интернет и YouTube, это как бы такой файлообменник, такой, все обмениваются информацией со всеми. Потому что что делают, в принципе, люди? Они делают обзоры на разную там ерунду, то есть показывают друг другу какие-то штуки, крутые там или не крутые, и выражают свое мнение по поводу этого. Те, кто не делают обзоры, они делают обзоры своих мыслей, то есть чаще всего высказывают свое мнение, учат чему-то, просто, может быть, матерятся там как-то, клоунаду какую-то изображают из себя. Но в любом случае это обмен эмоциями, обмен мнениями, обмен знаниями какими-то. И вот когда я делаю обзоры книг, обзоры там, может быть, машин, обзоры еще еды той же самой, это то же самое, как просто мысли вслух, попытка обменяться с вами какими-то своими переживаниями, своими мыслями, попытка самому более внятно их почувствовать и, наверное, осмыслить, что ли, когда вот я формулирую в голове свои мысли. Ну и просто, когда освобождаешься от старых мыслей, легче жить, и новые мысли приходят в твою голову. Вот, я делаю, как бы изначально, не то, что изначально, в свое время я придумал, что буду делать обзоры книг. Не потому, что я вообще не знал, что делают кто-то обзоры книг. Оказывается, огромное количество людей, которые делают обзоры книг. Вот, просто я решил, что интереснее всего и лучше всего и круче всего обозревать именно книги. Это вот прямо сосредоточение эмоций, мыслей и информации. Вот. И для меня это было больше всего интересно. Вот теперь же я хочу делать, кроме обзоров книг, еще сделать рубрику. Я не знаю, насколько она будет успешной, насколько она мне самому будет интересна, потому что, ну, сделаю там несколько обзоров, а потом, может быть, мне надоест просто-напросто. Вот. Я хочу посмотреть, посоветуйте, ну, вообще, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я хочу делать обзоры каналов. Обзоры каналов, почему? Потому что я сам столкнулся с такой проблемой, вот как с книгами. Бывает, думаешь, вроде прочитал много хороших книг, а думаешь, что бы еще такого почитать? И еще огромное количество этих книг есть, которые ты можешь прочесть. Но вот я стал делать обзоры. И вот вы, мои подписчики, пишите мне те книги, которые вам понравились, которые вы бы мне посоветовали. Я читаю их, понимаю, что здорово, здорово, что я вообще делаю обзоры книг, потому что в итоге я прочитал те книги, которые вы мне посоветовали, и они оказались крутыми. А если бы я не делал, неизвестно, вообще добрался бы я до этих книг, до того же самого Оруэлла 1984. Добрался бы или нет, неизвестно, а это огромная книга. Добрался бы я до этого, как его зовут, у Джека Лондона. В общем, книга у Джека Лондона, забыл я, как называется, про моряка, который стал великим писателем. Вот. Ладно, забыл, как называется, но это тоже великая книга. Просто величайшая книга. Я рад, что я ее прочитал благодаря вам. И так же точно я бывает, вот сейчас я не смотрю абсолютно телевизор, смотрю что-то на Ютубе. Ну что, вот я смотрю свои подписки, которые у меня появляются. Потом рекомендованные, то есть то, что, может быть, понравилось тем, на кого я подписан, или моим подписчикам. Вот. И что-то там популярное на Ютубе. Ну, в общем, все знают эти разделы, там новости, там еще что-то. Вот. Но огромное количество каналов, ну, в принципе, и мой канал, прозябают где-то там, в глубинах интернета, где даже никогда до них не доберется человек нормальный, который, может быть, с удовольствием бы смотрел и узнавал что-то новое. Поэтому я считаю, короче, я буду делать обзоры на разные каналы. На разные каналы, которые я смотрю, на которые я подписан. Может быть, на новые видосы какие-то на каналах, на которые я подписан.
Вот. И также прошу вас, если вы подписаны на какой-то крутой канал, вам что-то нравится, там какой-то видос затронул вас и там еще что-то. Вот у меня одна из замечательных моих любимых подписчиц регулярно мне советует посмотреть проект Венера. Я даже начинал смотреть, но просто не досмотрел. Я посмотрю, тоже сделаю на него обзор. Вот. Ну и разные всякие другие каналы. Если вам что-то интересно или хотите посоветовать какой-то крутой канал, который вам нравится, кидайте мне в сообщениях под видосами. Вот, ну, под видосом, под этим видосом, например, кидайте мне в сообщениях, и, соответственно, я буду смотреть эти каналы и делать какие-то обзоры на них. Вот, в принципе, и все, что хотел сказать. Давайте, всем пока, до встречи, всего хорошего. Ну, и стандартно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Хотя, кстати говоря, думаю, нафиг мне это говорить. Какая разница, сколько у меня подписчиков, какая разница, сколько у меня лайков. Я делаю, в принципе, это для тех, кто смотрит. Если ты смотришь, тебе интересно, я рад. И одновременно я делаю это для себя. И поэтому рад вдвойне. Ладно, всем пока, всего хорошего.